Винодельческие туры предоставляют возможность познакомиться с разнообразием узбекского виноделия. От долины Ферганы до знаменитых винных хозяйств в Каракалпакстане. Каждый регион имеет свои особенности и секреты виноделия. Команда «Добро пожаловать» продолжает свое путешествие по прекрасной, просторной Фергане. Фергана богата своей историей, культурой, наследием. Но, друзья, сейчас мы прибыли в очень уникальное и интересное место. Локация – это семейный винный дом. Не побоюсь этих слов. И сейчас мы будем раскрывать и рассказывать, как же здесь происходит весь процесс от А до Я. Оставайтесь с нами. Ассаламу алейкум. Добрый день. Здравствуйте. 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 Как настроение? Супер. Очень рада вас приветствовать. Я прибыл. Мне рассказали, что здесь имеется большой комплекс винодельни. Вы правы. Вы по адресу. Меня как раз зовут Шердор. Я коммерческий директор нашего предприятия. Давайте я вам покажу. Меня зовут Азиз. Все, очень приятно. Друзья, оставайтесь с нами. Поехали, ну, да? Заходим. Это уже впечатляет. Какие здесь красивые деревья. Лес. У вас тут лес. Да, именно концепция нашего заведения – именно загородный туризм, загородный отдых. В первую очередь мы построили наш family комплекс. Комплекс, гостиница, спа, сауна, бассейн, ресторан для того, чтобы вы могли у нас отдохнуть от городской суеты, так скажем, расслабиться и прикоснуться к природе. Я чувствую, как зашел, у меня сразу такое чувство, здесь и воздух другой. Расскажите, пожалуйста, Шердор, когда основали, то есть самое начало? С самого начала именно был заложен завод, винный завод. Это было в 1960 году был основан завод. Этот завод продолжал работать вплоть до 2017 года. Правда, еще на советских технологиях и на советском оборудовании. И вот в 2017 году наши нынешние учредители решили, что все-таки нужно, они захотели заложить кирпичик именно в основу рождения винодельни в долине. Это было сделано для того, чтобы именно возродить культуру потребления алкогольных напитков. Ведь вино – это в первую очередь настроение, атмосфера. И вина, я вам даже скажу так, если при правильном употреблении, оно еще и приносит пользу здоровью. Прекрасно. А вы сегодня покажете все, расскажете, конечно, да, как это будет правильно. Самое главное, что я вам покажу секреты, как правильно производить вино, употреблять его и делать так, чтобы за столом оно дополняло. Поэтому оставайтесь с нами, друзья. Все самое интересное только начинается. Именно это место называется Family Complex. Здесь все продумано для того, чтобы вы могли семейно прийти. То есть мы и для детей нашли то, чем можно заняться и для взрослых, и для женщин, и для мужчин. Именно для этого назван Family Complex. Это один из наших таких небольших объектов, да, где вы можете отдохнуть за город. Но также у нас есть и для городской ресторан. Кстати, один из лучших в городе Фергана. Вот у нас есть винодельня и также брендированные магазины по городу. Добро пожаловать к нам. Спасибо большое. Мы на ресепшене вашего отеля. Да, да. Расскажите об отеле. Все в подробностях. Я вас слушаю. Наш отель, он небольшой. У нас всего есть 7 номеров класса полулюкс. Но самое главное, что мы сохранили концепцию, даже при не таких больших размерах, полного расслабления, релакс. Вы приходите к нам в гостиницу, снимаете номер. Даже это не обязательно, чтобы вы были с другого города. Это могут быть прям жители Ферганы. Приезжают к нам, в стоимость всегда включена уже сауна и также завтрак. Прекрасно. Ну и, конечно же, прекрасный сервис. Мы сейчас в лобби, я правильно понимаю? Да, мы в лобби, можем пройти и посмотреть один из наших номеров. Люкс? Люкс. Мы привыкли только к люксу, друзья, оставайтесь с нами. Номер люкс. Да, он самый. Проходите. Интересно. Вау. Сразу прихожка, вот понятно, люкс. Здесь наш номер рассчитан на двух взрослых и одного ребенка. Вот мы можем пройти с вами в основную комнату. Здесь у нас... Так, давайте пройдем, посмотрим. Здесь у нас двухспальная кровать, рассчитанная на двух взрослых. Полностью все оборудовано, ну, грубо говоря, по последнему слову техники, вплоть до бесключевого доступа. Все, мы именно старались выйти на европейский стандарт. И, конечно же, вот во внутренней комнате. Бесключевое?
содействие? Бесключевой доступ – это когда для того, чтобы открыть номер, вам не нужно использовать ключи, вам дается либо карточка, либо если при потере карточки. Электронный ключ, да, но также вы можете открыть и телефоном. То есть телефоном можно открыть, если у вас есть НФС. Стоимость этого номера, вот подумайте, вы с ребенком, с женой, с супругой приезжаете к нам в гостиницу, вы можете пойти в сауну, вы можете поплавать в бассейне, поиграть в футбол. И, конечно же, также ваша супруга может принять спа-процедуры. Да? Основные базовые вещи, все включено в стоимость. Круто, ну красиво, красота. Да. Красивый, просторный номер в стиле современной классики? Современная классика, да. Больше под Европу. Под Европу. Больше под Европу, да. Понятно. Супер, красота. Двигаемся дальше? Давайте. Да, наслаждайтесь лучшим видом Фергане на нашей плантации. Вы посмотрите, какие, друзья, высокопарные слова. Наслаждайтесь лучшим видом. Куда смотреть? Да во все стороны. 750 гектар вокруг нас. Смотрю, вижу, что окружает нас ель. Очень красиво. Здесь небольшой такой наш зал для закрытых встреч. Ну и, конечно же, мы проводим кофе-брейки, переговоры. Это куда нужно смотреть, чтобы увидеть, да, 750 гектаров? Ну вот. Края не увидите. Красота, красота, друзья, столько зелени. Самое главное еще у нас есть ресторан, где готовят международную кухню с ударением на европейскую кухню. Можем пройти, посмотреть. Подождите, очень красиво. Мне птичка, я к, да, этому и вел. Мне, ага, птичка нашептала, что у вас работает один из лучших поваров нашей необъятной родины. Да, есть, да. Есть такое? Именно наш повар, он ориентирован именно на приготовление именно рыбных блюд. И он считается одним из лучших в стране. Предлагаем вам также попробовать, когда у вас будет возможность. И вся Фергана практически приезжает к нам именно попробовать рыбные блюда от шефа, так скажем, в секрете. Наши телезрители, зная меня, конечно, конечно, как я могу отказать? Конечно, я согласен попробовать. Конечно, мы принимаем это, друзья. Добро пожаловать. Обязательно. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение? У вас как? Вау, а теперь отлично. Это запеченный лосось на мангале. Фирменное блюдо, друзья. Это просто красота. Отмечаю то, что здесь гигантские порции. Ну что ж, будем пробовать, как эту красоту можно тронуть. И я сейчас постараюсь уже попробовать. Дорогие друзья, кто нас сейчас смотрит, всем вам желаем приятного аппетита. Моя любимая рубрика. Лосось тает во рту, друзья. Прелестная рыбка, шпинат, все как я люблю. Я еще хочу.
нежнейший лосось соусом тартар просто залетает, друзья. Советую всем так попробовать. Шердор, мы вышли с гостиницы и оказались у просторов виноградников, плантаций. Расскажите, я знаю, что здесь помимо винограда есть еще. Сколько гектаров, что растет? Самое главное, и чем мы можем похвастаться, это тем, что у нас есть 750 гектар земли. И, конечно же, 750. Так, на секундочку, Фергана, какое? 4500 гектар примерно. Друзья, вы понимаете, это, можно сказать, 1/7 Ферганы. Да. Вау. Вот, друзья, что самое главное, что мы используем полностью все наши земли очень эффективно. У нас помимо, конечно же, плантации винограда, есть также фруктовые сады, фрукты которых мы используем для фруктовых вин. У нас есть айвовые, гранатовые, вишневые. И также мы сейчас планируем запуск новых, пока оставлю это секретом, также новую линейку мы запустим, в основном три. Ну что, пройдем в нашу теплицу, в которой выращиваются разные овощи. Сейчас расскажу про них поподробнее. Очень интересно. Мы находимся на наших теплицах, где мы выращиваем овощи для себя, конечно же, в первую очередь, для наших ресторанов, гостиницы. Прекрасно. Какие овощи выращиваете? У нас здесь выращиваются практически все овощи, необходимые для нашей кухни. Ну, конечно же, это самое основное. Помидоры, огурцы, болгарский перец, острый перец. Ну, практически все необходимое для того, чтобы мы могли именно предложить нашему конечному гостю прекрасный вкус овощей. Мне уже ей захотелось, как он прекрасно говорит о овощах. И говорят то, что Ферганская долина этим и славится, что самые вкусные фрукты, самые вкусные свежие овощи. Конечно. А знаете почему? Почему? Потому что у нас в Ферганской долине именно вот так, очень трепетно и с любовью относятся к взращиванию овощей и фруктов. И реклама не нужна, друзья. Добро пожаловать! В целях обеспечения исполнения указа президента Республики Узбекистан о мерах по совершенствованию государственного регулирования производства и оборота алкогольной продукции, а также развитию виноградарства и виноделия в рамках созданного Агентства по развитию виноградарства и виноделия при Министерстве сельского хозяйства в этом созидательном порядке предусмотрено проведение единой государственной политики. В этом направлении ведется работа по расширению плантации виноградных сортов, развитию виноделия, организации производства, конкурентоспособной продукции, поддержке виноделов, а также популяризации отечественной винодельческой продукции в республике, в том числе за рубежом. Шердор, я в первый раз вижу такую инсталляцию. Это что? К чему это приурочено? Расскажите. Можно сказать, что это первый памятник винограда в Центральной Азии, друзья. Вообще, с чего? Памятник? Памятник. Серьезно? Так как мы являемся именно людьми и предприятием, которое пропагандирует правильное употребление вина, его культуру, мы решили, что для людей нужно что-то в виде камня, которое будет ассоциироваться в первую очередь с нами и, конечно же, нести в себя всю нашу вот эту мысль о правильном и здоровом употреблении вина. И именно поэтому мы построили вот такой памятник винограду, друзья. Он 3 метра в высоту и, еще раз напомню, единственный в Центральной Азии памятник к винограду. Здорово, супер. Итак, после виноградных плантаций мы приехали на завод, правильно? Да. Где мы сейчас находимся? Мы сейчас находимся именно на первой стадии переработки винограда. Давайте представим, что мы собрали виноград с наших плантаций. Попрошу заметить, что производство вина, оно должно быть очень аккуратным, ведь виноград, он капризный, так скажем. Виноград должен собираться именно только в утренние часы, пока не наступила жара, ведь потому что... Есть определенное время, когда нужно собирать виноград? Мы собираем его с 4 утра до 7 вечера, и если вы сорвете виноград, и он останется под палящим солнцем, он начнет бродить, и мы не сможем сделать из него вино. Поэтому собирается он
в сезон с июня по октябрь с 4 утра до 7 и привозится напрямую сюда. И здесь за нашей спиной вы можете видеть первый этап процесса переработки винограда. Вот на нашем первом оборудовании сюда скидывается весь виноград, и на этом оборудовании отделяется сама ягода от основного мусора. Идет процесс чистки. Процесс чистки, да. И вы можете заметить, что здесь оборудование всего по два. Ведь красный виноград и белый виноград нельзя перемешивать. То есть полностью оборудование разное. Далее виноград попадает в наш пресс, откуда из ягоды выдавливается весь сок. Итак, первый этап заканчивается, да? Да. И вот этот сок, сама жидкость, мы называем сусло. Давайте сусло. Пройдем. Сусло. Я бы еще хотела одну вещь отметить. Дорогие телезрители, Фергана встречает путешественно. У нас очень насыщенный график, поэтому уже мы даже не заметили, как быстро стемнело. Стемнело, да. Итак, мы двигаемся дальше. Дальше управляемся танкером с суслом. Танкером с суслом. Да. Так и называется, так правильно? Так и называется, да. Супер. Этап номер два по производству вина. Да. Мы, получается, обработали наш виноград, ягоду, превратили его в сусло, в жидкость. Да? И эта жидкость попадает в наши танкеры, которые вы можете видеть за моей спиной. Если вы обратите внимание, то у нас есть тестеры, которые можно проверять пригодность сусла к производству вина, и они разного цвета. Это потому, что у нас используются разные сорта винограда, и вот попрошу заметить, что на наших плантациях произрастает больше 14 видов сортов технического винограда. А это сколько тонн? Здесь... Цистерна или... Да, каждый танкер. Он по 32 тонны. Вау. По 32 тонны, как вы можете заметить, у нас здесь их 8. То есть сбор винограда происходит с июня по октябрь. И для того, чтобы мы могли и зимой тоже производить вино, мы для этого храним их в таких танкерах. Для того, чтобы у нас было что производить в течение года. Это второй этап. Да. Второй этап предельно ясен. Следующий этап какой? Третий этап – это танкеры для брожения, где и происходит вся... Прекрасные слова, друзья, танкеры. Атмосфера. Будем смотреть. Давайте. Ну что, приступим к главному волшебству. Как из обычного сока винограда происходит процесс создания вина. Супер. Пройдемте? Да, конечно. Итак, следующий этап – этап брожения, да? Да, именно здесь происходит создание того самого вина. Друзья, что самое главное, что здесь... из сусла полностью происходит процесс брожения. То есть, если объяснить вам коротко, то бактерии, дрожжи, они перерабатывают сахар и производят алкоголь. Именно так происходит процесс брожения и создания вина. Друзья, у нас здесь 10 танкеров по 20 тонн. Здесь происходит процесс. И далее мы, конечно же, получаем готовое превосходное вино по французским технологиям. Компоненты для бутылки, компоненты для создания вина мы полностью привозим с Франции. Поэтому что за компоненты? Дрожжи. Это дикие дрожжи, попрошу заметить. Дикие дрожжи – это дрожжи, выращенные натурально. Именно поэтому наши вина считаются натуральными. То есть это не искусственные дрожжи. То есть полностью вино, оно должно быть натуральным, ягода должна вырасти в поле, а дрожжи родиться и созреть в природе. Проще говоря, я правильно понимаю, что здесь именно на третьем этапе происходит то самое чудо, да. То есть магия? Да. Кипение вина, так скажем, дрожжи, они, знаете, имеют такое свойство кипеть. И именно благодаря этому рождается вино. Вино готовое, мы отправляемся в танкеры, в хранилище вин. Ну что, посмотрим вместе? Четвертый этап. Четвертый. Поехали. Давайте. И вот мы в нашем танкохранилище. Здесь хранится наше вино. Здесь у нас в этой комнате 32 танкера по 20 тонн. Это четвертый этап. Четвертый этап, да. Все, готовое вино хранится в этих танкерах, пока мы не будем готовы к розливу. Оно здесь может храниться до 3 лет, но минимально оно выдержится 6 месяцев. Это обязательно для того, чтобы вино по-настоящему набрало свою силу, подышало, так скажем, и ожило.
супер. А как вы различаете сухой, полусухой, сладкое, полусладкое? То есть это по цистернам идут или как? Да, здесь у нас вот есть надписи, вот можете посмотреть справа от вас. Мы полностью их подписываем, и, конечно же, по нумерации 47, вот 48, 49 у нас в нашем табеле полностью идет список, что хранится в наших танкерах. Прекрасно, я не могу дождаться, знаете чего? Дегустации! Отлично. Самое интересное так. У нас осталось на вечер. Мы сейчас пройдем, я вам расскажу, как правильно пить вино, с чем его пить и, конечно же, про наши вина и коньяки. Мы попробуем. Мне тоже очень интересно, друзья. Со мной профессионал, со мной сомелье. Добро пожаловать! Итак, Шердор, предпоследний этап. И где мы сейчас находимся? Мы в цехе розлива. У нас полностью виноград созрел на плантации, прошел обработку. Мы превратили его в сусло, перебродили в вино, сохранили его в танкере на 6 месяцев. И вот, долгожданный момент, вино попадает в бутылку прямо за нашими спинами, друзья. Бутылка полностью обрабатывается, дезинфицируется, туда заливается вино, клеится этикетка. Все раскладывается по коробкам и поступает на полки ваших любимых магазинов. И все же у вас есть какая-то маленькая фишка, именно вот с клейкой. Расскажите о ней подробнее. Да, для того, чтобы качественная этикетка была для нашего конечного потребителя, друзья, мы в первую очередь разливаем это вино и ставим его сушиться. Для того, чтобы после, когда клеилась этикетка, друзья, этикетка была максимально правильна и, конечно же, не отлипала потом из-за каких-то капель, друзья. Это такой наш маленький секретик, но мы его используем. И мы не боимся того, чтобы наши секреты узнали наши конкуренты. Мы готовы делиться и готовы развиваться вместе. Супер, здоровая конкуренция, это здорово. Конечно. Спасибо большое. Ну что ж, следующий этап – это последний этап. Что нужно делать? Нужно дегустировать, пробовать. Ну что, друзья, пойдем пробовать. Поехали. Ну что, прошу наше хранилище в наш погреб. Где вы? Что это? Это наш погреб, знаменитый, большой. Это столько бочек. Зайдя, сделав первый шаг к нам в погреб, почувствовали вот этот запах? Аромат я почувствовал. Говорят, правильно услышал, да, я услышал аромат. Он просто здесь, друзья, пахнет деревом, еще таким... Вот прям дерево-дерево. Мне кажется, это дуб или что-то, или орех, или что это. Дуб. Прям чувствуется. Да. Чувствуется аромат вина, чувствуется аромат коньяка. Очень-очень классно. Вот этот аромат мы называем долей ангелов. Потому что каждый год в этих бочках идет испарение. То есть мы в год от 13 до 17% жидкости теряем с каждой бочки. И это называется доля ангелов, то, что вы сейчас почувствовали. Расскажите, пожалуйста, у вас какая-то традиция? Я вижу, они все в росписях. Да, здесь к нам приезжали очень знаменитые люди. Каждый наш гость, кто приезжает к нам, он оставляет вот такие подписи на память, так скажем, брендирует свою бочку на будущее. Дорогие телезрители, у нас сегодня появилась такая же уникальная возможность в городе Фергане в данном винном заведении подписать и оставить свою подпись. На века, я скажу. Ну что, напишем Дунья Бойляп вместе? Добро пожаловать! Мы сделали это. Спасибо вам большое, Ахмат. Приходите, мы ждем всех. Теперь мы перейдем к этим бочкам. Эти бочки собираются из дуба за границей. У нас есть здесь с Грузии, с Азербайджана, с Франции бочки. Вау. И эти бочки, они поджигаются изнутри и превращаются изнутри в копоть для того, чтобы полностью дать все свои мощи, всю свою силу и именно
вот тот самый древесный сок. Я предлагаю вам и нашим дорогим зрителям пройти за дегустационный стол и начать к самому главному. Поехали! Начинаем! Ну что, друзья, мы уже на нашей дегустации, и сейчас я вам расскажу, как правильно пить вино, в каких бокалах и с чем его сочетать, друзья. Ну что, если мы готовы, можем начать. Он будет рассказывать, а я буду употреблять, друзья, и рассказывать, что я чувствую, что через меня проходит. Говорят же, вино – это целое искусство. Готовы? Вино полно любви и счастья. Ну что? Первый тост, друзья. Первый тост, супер. И мы начинаем. Наше вино Riesling, белое, сухое, одно из самых знаменитых сортов винограда в мире. Самое большое количество даже произведенного вина в мире было сорта Riesling. Мы сейчас его обязательно попробуем. Это наше белое, сухое вино, которое пьется чаще всего с рыбой, с фруктами, с овощами. Все, отлично. Ну, чтобы понимать, как правильно это делается. Так, держим. Мы наливаем, да. Держим мы его не за ножку, держим мы его за донышко. Крутим. Для чего мы крутим? Для того, чтобы... По часовой или против часовой? Ну, там уже как удобно. В каком полушарии земли вы находитесь. Для чего мы его крутим? Для того, чтобы оно подышало, насытилась кислородом и дала полностью весь свой аромат. Далее мы покрутили, посмотрели, насколько вот по краям вина вы можете, да, покрутить и посмотреть, как капельки скатываются. Есть такое, да. Если они с легкой задержкой скатываются, значит, у вина есть выдержка. Значит, это натуральное вино, не порошковое. Значит, его можно употреблять. Ну, употреблять можно и то, и это. Но это значит качественно. Да. Если оно скатывается так более-менее медленно. Как может быть здесь некачественное, да? Да. Ну, просто это для ценителей, будущих ценителей вина, для того, чтобы понимать. Да, мы нюхаем. Слушаем аромат. Да, чувствуем мы нотки фруктов, чувствуем мы нотки цветов, чувствуем. Более полевых, горных, более свежий, такой достаточно насыщенный, свежий аромат. Кисленько, да, конечно, потому что это сухое вино, оно не должно быть сладким, в нем отсутствует сахар. Пробуем? Пробуем мы. Делаем маленький глоточек, обволакиваем стенки полностью нашего рта и погружаемся в прекрасную атмосферу. Давайте попробуем. Да, вино отличное. Вот я послевкусие чувствую ароматы цветов, именно полевых. Чувствуется, дорогие телезрители, это... Именно или это здесь мы находимся в такой атмосфере, но я правда чувствую аромат полевых цветов. И да. Немножко кислостью отдает это, потому что сахара нет. Это потому что вино наше сухое. После маленького глоточка выпустите воздух носом, и тогда вы и новое у вас будет впечатление об этом вине. Да, новое. Чувствуется. Местные виноделы передают свой опыт и традиции из поколения в поколение. Во время винодельческих туров вы сможете не только насладиться вкусом, но и узнать о том, как создаются великолепные вина, сохраняя аутентичность дух узбекского виноделия. Дорогие телезрители, прекрасный яркий день по Фергане завершился. Команда «Добро пожаловать» призывает вас путешествовать. Яркие эмоции будут окружать вас в Фергане. Наше путешествие по Фергане еще продолжается. Все самое интересное только впереди. Друзья, добро пожаловать!